В императорском зале Казанского федерального университета прошло ежегодное вручение республиканской премии «Юрист года». В начале мероприятия с приветственным словом выступил Ленар Сафин, ректор Казанского университета и выпускник юридического факультета. В этом зале собрались коллеги, в основном многие выпускники нашего университета, юридического факультета, поэтому я вас еще раз приветствую, рад видеть и хочу пожелать всем присутствующим здоровья, благополучия, профессионального роста для новых совершенствований. И эти совершенствования, несомненно, будут на благо нашей страны, нашей Родины, России, ну и, несомненно, Татарстана. Поэтому приветствую вас. Далее на сцену для торжественной речи пригласили первого заместителя премьер-министра Республики Татарстан Рустама Нигматуллина. Он отметил, что премия «Юрист года» приурочена к профессиональному празднику юристов, который состоится 3 декабря. Следующим этапом стало вручение Всероссийской юридической премии имени Габриэля Шершеневича, российского юриста, профессора Казанского и Московского университетов. С поздравительным словом выступил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Станислав Александров. Затем он вручил коллегам премии. Также слова поздравления озвучил Ильдар Халиков, председатель Татарстанского регионального отделения общественной организации Ассоциация юристов России. Я искренне поздравляю каждого из здесь присутствующих с нашим профессиональным праздником. Мы его проводим с вами всегда в торжественных залах, в торжественной особенной обстановке. Это, наверное, накладывает особый отпечаток нашей с вами профессии. Я искренне желаю каждому из вас и вашим коллективам добра, мира, счастья и здоровья каждому из вас. С праздником, дорогие друзья! С Днем юристов! Отметим, что премия «Юрист года» – высшая юридическая премия Республики Татарстан. Ежегодно награждаются специалисты, которые внесли значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз.